Так, 15 сентября 2021 год, Харьков, дубль 3. Ну, наверное, в YouTube я его. Выложу первым. ISO 125 – это минимальная светочувствительность, 2104 по Киеву в Харькове. Видно будет Сатурн, Юпитер хуже всего, но зато наибольшая четкость из той, которая возможна при нынешних погодных условиях, которые не идеальные, дымчатые, но... Так, линия терминатора увеличивает здесь, наверное, выдержку. Здесь меньше. Ну, ветерочек нам немножечко помогает, но он и тучи разгоняет. Вот хороший приметный кратер с двумя глазками. Да, колебания воздуха. Ну, очень тепло, как для середины сентября, там за 25, по-моему, сегодня градусов. Где-то так. Да, в этом дубле, наверное, Луне больше стоит внимания уделить. Вот это кратер Платон наш. Потому как Сатурн с Юпитером будут слишком темными. А вот наш кратер Платон, кругленький, 100-километровый. Та-дам! Это значит, скоро Луна растет сейчас. Ну, в смысле, освещенность Луны увеличивается. Скоро увидим, значит, и кратер Аристарх. Хорошо. Не будем затягивать. Сняли ISO 400, сняли ISO 6400. Так, вон у нас Юпитер. Ну хорошо, мы, наверное, все-таки с Сатурна начнем. Надо же, как я наловчился попадать. Я же его не вижу в кадре. То есть я его визуально глазами наблюдаю. В глазах у меня ISO поболее. А аппаратура искусственно занижает количество света. То есть на улице сейчас гораздо светлее. Это все-таки город. Тут вообще, ну не знаю, по-моему, даже очень неплохо и вижу. В окуляре так вообще прекрасно вижу. Может, конечно, на мониторах, на экранах. Будет смутненько, но очень хорошо. Так оно сейчас резкость попробую испортить. 1 миллиард 300, ну 68, по-моему. Боюсь соврать, но не думаю. Кто-то по этому поводу
ошибется с запасом продуктов на дорогу. Так что я себя прощаю. Так, и 615 миллионов километров до Юпитера. А сейчас мы спутника, может, и не увидим в предыдущих дублях. А мне же обещал, что я этот первым выложу, да? Можно посмотреть в сегодняшних дублях. На спутнике Галилеева Юпитера. Там они... Да нет, и здесь видно. Не понимаю, почему так трясется. Где наше активное подавление? Странно, что тест был в настройках, сам того не заметил. Ужасно. Ну, увеличение 125 крат. Вот этот фотоаппарат. И на таких увеличениях все, ничего не трогаю, это уже ветер. Правый спутник Ганимед, потом идет Ио, потом Юпитер, я вижу хорошо экваториальную полосу. Потом будет Европа и Каллисто. Вот Европа уже есть, Каллисто сейчас будет. Вот Каллисто, так. Уменьшаю выдержку в надежде почетче увидеть полосы. Прекрасно вижу полосы. Экваториальные на Юпитере. Спутники попропадали. Ну, может, я, конечно, промахнулся чуть-чуть с резкостью, но... Сейчас дымка довольно существенная в небе. Парка. О, как хорошо видно. Экваториальная полоса. Вообще, ну, очень классно. Не знаю, посмотрим, как будет на мониторе. Хорошо. Пошли, закончим на Луне. И пойдем это все выкладывать. Для общего обозрения. Уменьшу выдержку, слишком ярко, по-моему. Да, вот эти игры света и тени. Вон край кратера, там какой-то два кратера рядом бабахнули. Хребет образовался, и от него сейчас падает тень. Это она во много десятков, ну километров 40, учитывая, что он кратер Платон, 100 километров. Там тоже примерно такого же диаметра кратер, а тень простирается. Ну, чуть ли не на четверть. Километров 25 тень. На Луне нет атмосферы. Свет не рассеивается.
И за счет этого тени абсолютно четко очертаны. Черный. Надо добавить, чтобы было достаточно букв Ч в одном предложении. Тени четко очерчены черным. Ой, красота. Это я, конечно, про Лунного, не про свои попытки подражать Демосфену. Так. Сотый раз смотришь на одни и те же кратеры, на одни и те же моря лунные. А это игра света тени, новое освещение, новое положение Луны. Добавляю даже не то, что новых красок, а новые абрисы. Новые образы. Но это еще и пролетело что-то в кадре. Теперь хана. Муха ЦЦ на Луне. Очень классно. Ладно, хорошо. Надо себя заставить. 21:16 в Киеве. В Киеве. В Харькове по киевскому времени. 15 сентября 2021 год. Ладно, пора идти. Так можно. До начала смены тут торчать.